Вот она основная причина, почему я уезжаю из Питера. Это дождь, а также ветер. Пошли посмотрим, какой сейчас ветер здесь. Порт Севкабель. Сейчас нас просто будет сдувать, как и меня. Снимают видео, не будем мешать. Будем преодолевать на скорости. Так веселее и интереснее. Посмотрим на волны. И вернемся в укрытие. Как вам берега Питера? Вот температура замечательная. 13 градусов, довольно тепло. Ну а я вернусь в кафе. Севкабель — это порт для развлечения молодежи, скажем так. Бизнес-центр новый. А вот здесь вот морской вокзал. Сюда бывает причаливает один из лайнеров небольших. А в 3 километрах находится морской фасад. Там уже до 7 круизных лайнеров порт способен принять. Заходим в укрытие. Вот это Севкабель. Порт Севкабель. Это их логотип. Ну, так и вы отсюда видите еще площадку. Тут катаются дети на роликах, на скейтбордах и также на велосипедах. В общем, попрыгунчики. Пошли, выйдем, посмотрим, как с этой стороны оформлено. Потому что здесь проводят выставки, концерты. Надеюсь, вам понравится. Приходите, посещайте, смотрите у них в группе ВКонтакте, Севкабель, расписание мероприятий. Ну, а тем временем я уже взял себе горячий имбирный напиток. Сейчас будем отведать его. Он, говорят, готовится вместе с сиропом. Теперь немножечко согреюсь. В общем, вкус у этого напитка замечательный. Ну а я продолжу снимать ролики дальше. Согрев пошел. Вот мои контакты. Смотрите, Владислав Скалибов, это мой МТСовский номер в РФ. Вайбер, ватсап по украинскому номеру, тоже МТС. Можно найти во всех сетях, во всех приложениях, а также Владислав Скалибух, как Skype, так Facebook, ВКонтакте. Есть богатый опыт, разумно со мной познакомиться, потому что путешествовал уже и на MSC Splendida, и на Коста Люминоза, это Венеция, Греция, Черногория был круиз летом. Поэтому и в марте были в Арабских Эмиратах. Вот это такой ключ и от каюты, и оплата, и выход также в порт, можно сказать, как паспорт. Мы путешествуем всей семьей, как раз видите, вот это контакты моего Ромки. И на этом мы были в 2017 году в Венеции, Греции. Так вот, чтобы путешествовать на круизных лайнерах, а вам за это платили, надо так же, как и я, снимать ролики, говорить. Сфотографировал, почему я вчера ездил в морской порт, морской фасад называется, порт Санкт-Петербурга. Поснимал там несколько фотокадров, сделал и одно видео. Где был Викинг, один из лайнеров, такой этажей 14-16, и второй Аида, Аида Марина, как-то так. Ссылочку для удобства под видео и все контакты для регистрации, и Винкрузес, и контакты, чтобы могли связаться со мной. И на полезный ресурс Марина Трафик, где можно следить круизные лайнеры, где они, в каком порту. Вот. Но самое главное, научу вас и покажу, как зарабатывать здесь. Через Skype мы можем трудиться. Ставьте себе Skype на компьютер, и мы будем вместе зарабатывать неприличные и приличные деньги. Те, которые нужны вам. Потому что от действий будет зависеть ваш результат, наш с вами результат. Как инвестиции в Skyway уже на протяжении 4 лет. Поэтому есть возможность путешествовать, уехать от Татарстана на Абхазию. Потому что на юге Украины, как вы знаете, август, сентябрь, продолжается, завершается цветение этой вредной травы.